следующее упражнение делаем. Разводим руки в стороны, делаем вдох носом. Собираем руки, выдох, глубоко делаем выдох, спокойно. Вдох носом. Құшағыңызды кеңге жаясыз, деміңізді ішке тартып аласыз. Өз-өзіңізді құшақтаған кезде демді шығасыз. Следующее упражнение. Также положение сидя мы выполняем. Вдох. Руку отводим назад. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Носом. Выдох ртом. Такое упражнение делаем несколько раз и дышим спокойно. Задерживаемся, отдыхаем. В воздухе мы можем, значит, делать упражнение следующее. Ногами делаем вперед, пяточкой выводим носочек себе. Пяточкой выводим носочек себе. Это общее укрепляющее упражнение, которое необходимо делать для того, чтобы кровеносные сосуды были в движении. Я хочу показать вам следующее упражнение при лечении бронхолегочных заболеваний. Значит, нужно необходимо сесть на стул, упереться спинкой. Нужно сделать вдох и выдох, значит, вдох носом, выдох ртом. Поднимаем руки вверх, делаем вдох глубокий, спокойно. Выдох. Артқа шалқайған кезде демаламыз да, қолымызды алдыға қарай алып келген кезде демаламыз. Байқағандарыңыздай, осындай қарапайым ғана қолды аяққа арналған қарапайым ғана жаттығулар біздің жаңа тыныс алу жолдарымыздағы процесті біршама жеңілдетеді екен, иә.